Добро пожаловать на Watch Mojo, и сегодня мы обсудим топ-10 самых угарных смертей из игр. Снайпер! В этой подборке мы собрали все самые забавные и нелепые смерти из игр. А какая из этих кончин повеселила вас больше всего? Или может мы что-нибудь упустили? Дайте знать в комментах. Номер 10. Вышел в туалет. Dishonored. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew. ИИ в Dishonored считается довольно толковым. Охранники будут патрулировать местность, разговаривать с коллегами и всячески взаимодействовать. И Корва может воспользоваться этими слабостями. Вот охранник определенно выбрал не то место, чтобы облегчиться. Если вы подкрадетесь к писающему на мосту Колдуин охраннику, то он испугается и упадет с края. Разве никто не видел знак «опасность падения»? Это не единственный раз, когда можно вырубить охранника на пути в уборную. Но точно самый запоминающийся. Номер 9. Бросок гиганта. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Когда речь про игры Bethesda, то невозможно понять, эта странность была запланирована разработчиками или это всего лишь веселый глюк. Также трудно разобраться с этой культовой атакой в Скайриме. Когда гигант бьет дубиной в землю, то игрок подлетает на 200 метров ввысь и мгновенно мрет. Бывалые игроки Skyrim такое видели не раз, а вот для новичков, отважившихся сразиться с великанами, это незабываемо угарный момент. Покруче, чем очередной запуск ракеты SpaceX от Илона Маска. Номер 8. Face Mac Shooty. Borderlands 2. Was it my face? Shoot me in the face! In the face! Do it! Shoot me in the face! Face, 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 face! В Borderlands знают толк в дурацких встречах, но стычки с парнем по имени Лицо Мак Шути западают в душу. Исследуя местности в Borderlands 2, можно встретить психа, орущего на вас, мол, пристрели меня в лицо. Он умоляет сделать это и запускает миссию «Выстрели этому парню в лицо». Ну а когда надоест слушать вопли и вы решите завершить миссию, выполнив задачу, он даже поблагодарит вас, несмотря на смерть от выстрела в лицо. Хорошо, хоть не попросил посидеть у него на лице. Номер 7. Ковыряться в носу. Quest for Glory, So You Want to Be a Hero. Взлом замков — категорически нужный навык во многих играх. Как же еще двигаться по жизни, если нельзя просто пойти куда угодно и украсть все, что плохо лежит? И если вы воспринимаете свой взлом как должное в Quest for Glory 1, имейте в виду, что неправильное использование отмычек может иметь фатальные последствия. Например, можно заставить своего персонажа ковыряться отмычкой в носу, но если навык взлома ниже 40, есть вероятность перегнуть свою отмычку и вызвать кровоизлияние в мозг. Ой, что-то из-за этого. Этой игры чувствуется ностальгия. Номер 6. Переспать с Моринт. Mass Effect 2. I've never understood the fascination with safety. Some of us choose differently. Independence over submission. I think we share that, you and I. Одна из самых привлекательных фишек Mass Effect — возможность строить романтические отношения с кучей пришельцев. В Mass Effect 2 Шепард может подкатить к двум Азари — космическому рыцарю Самари и ее соблазнительной, но более опасной дочери Моринт. Она — Ардат Якши, и все, с кем она спаривается, умирают. Моринт пристрастилась к этому, ведь так она становится сильнее. И если вы позовете ее в команду, она твердо нацелится на Шепарда и будет заливать, что после соития ничего не произойдет. Но это все вранье. Шепард немедленно умирает. Надеюсь, оно того стоило, мужик. Номер 5. Стрельба по воде. Resident Evil 4. Vamonos. Okay.
Один из самых запоминающихся монстров за всю франшизу Resident Evil — это Дель Лаго — гигантская саламандра-мутант, живущая в озере. Леон видит намек на чудовище, наблюдая, как тело бросают в воду, и оно тут же исчезает. А если вы не извлекли урок из этой демонстрации, то можете попробовать разозлить Дель Лаго, постреляв прямо в воду. Монстр нападет на Леона и сожрет за один кусь. Зачем кому-то это делать? Да потому что вы получаете ачивку за очередную смерть Леона. К счастью, после перезагрузки можно отомстить. Номер 4. Ты мертв, мертв, мертв. Total Distortion. В Total Distortion очень много забавного. Тут вы попадаете в параллельное рок-измерение, где нужно побеждать врагов в гитарных битвах, снимать упоротые клипы и зарабатывать кучу денег. Вот это рок-н-ролл! И ожидаемо в такой игре встретить соответствующий Game Over. После смерти один из врагов-гитаристов наигрывает запоминающуюся мелодию и поет «Ты мертв, мертв, мертв». Аж хочется специально умереть только для того, чтобы снова, снова, снова услышать этот издевательский мотив. Вот умели же раньше делать. Номер 3. Съесть рыбу. Нир Автомата. В Нир Автомата вы играете за андроида. В этом постапокалиптическом мире машины лучше людей и других живых организмов во всех важных аспектах. Но есть занятия, которые лучше оставить людям. Например, есть еду. Бродя по миру, можно найти рыбу. Скумбрию, если быть точным. А еще можно заставить Туби сожрать ее. И вас тут же ждет забавный конец. Все становится черным, Туби выключается, а текст на экране сообщает, что рыба забила внутренности робота. Это привело к параличу и уморительности. Мрачной кончине. Номер 2. Чудо полета. Red Dead Redemption. Oh, you are kind. Thank you for bringing me these materials. I'll be cooking up a batch of adhesive in no time. That'd be a service. Чтобы завершить этот длинный квест, нужно пройти всю карту Нью-Остина, Блэквотера и Мексики. В этой миссии нужно помочь незнакомцу Чарльзу Киннеру построить планер, ведь он хочет первым пролететь через этот регион Америки. Братья Райт к этому моменту уже изобрели самолет, но Киннер твердо намерен усовершенствовать свое изобретение. Но все идет наперекосяк, планер не взлетает, и Чарльз просто падает со скалы и разбивается. Это, конечно же, было очень предсказуемо, но все равно и смех, и грех. I think I can find all that stuff. I'll be back, Charles. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашему номеру один, вот еще несколько достойных упоминаний. Фаталити Орхидеи. У Орхидеи есть странно опасная техника. Утонуть. Из-за глюка в Driver 2 вас сбивает поезд, а пишут, что вы утонули. Бассейны. Все мы хоть раз убирали лестницу и наблюдали за паникой симов. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Пожарное спасение. Spider-Man 3. В Человеке-пауке 3 более чем хватает плохих QTE, но один из таких эпизодов выделяется крайне уморительной кончиной, если вы облажаетесь. Спайди пытается спасти женщину, привязанную к бомбе на верхнем этаже горящего здания, прыгает по комнатам и уклоняется от огня и обломков. Но в последнюю секунду, если вы пропустите всего одно нажатие, он не выстрелит паутиной и приземлится прямо на лицо. Камера переходит на женщину, которая смирилась со своей смертью, а потом все здание взрывается за несколько веселых секунд. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе!